Первые два тура, фиксирующие туры, накладываются циркулярно вокруг головы в области лба. Следующий тур проводится над ушной раковиной, и коса по задней поверхности шеи и затылочной области спускается вниз на противоположную сторону шеи. Огибает ее спереди, и также коса по задней поверхности шеи и затылочной области поднимается вверх, к верхнему краю ушной раковины на противоположной стороне. Функциональное преимущество этой повязки очевидно при ранениях задней поверхности шеи и затылочной области. Повязка обеспечивает также определенную компрессию в этой анатомической области и умеренно фиксирует движение в шейном отделе позвоночника, преимущественно сгибание. При избыточно тугом наложении туров на шею пациента может возникать дискомфорт, связанный с издавлением поверхностных вен шеи.